Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Банишерс, продолжаем. Короче, мы, блин, здесь пришли. Короче, спускаемся в рудник, короче. Нам сущность нужно найти, которая скрывается в рудниках. Блин, третья серия, уже ищем. Уже близко, говорит. Третью серию мы уже ищем. Эту сущность. Так, красная тряпка. А здесь может быть где-то огонекчик. Есть. Убежище. На случай, если нужно перевести дух. А где? Да. Дух нам перевести точно нужно. Так. А как наверх? Те цепи. Думаю, это отголосок. Так, давай посмотрим, есть ли тут у нас что-то слабое. Блин, ты серьезно? Так, зараженные корни. Слушай, ну что-то тут прям всего-всего нам напихали. Я, если честно, даже вот только вижу одну, а их как минимум три, а то и четыре. Так. Вот одна только. Ну, от этого толку нет. Так, просто, чтобы что-то взять. Слушай, ну, блин. Я вижу только одну. Вот вижу вторую. Раз, два. Здесь слышны голоса призраков. Это понятно, что они здесь у нас присутствуют. Но сейчас пока меня это меньше всего волнует. Меня сейчас волнует, как мне, блин, открыть. Они меня бросили гнить здесь. Но я так просто не сдамся. Так, раз, два. Блин, их не две. Блин, ты уничтожитель, блин. Корней, ты найди сначала, где еще один. Она здесь залезет? Нет, она здесь не залезет.
Пока... Ага, я понял. Так, три получается. Но откуда я их теперь смогу увидеть? Отсюда смогу. Вон там два. Блин, я теперь забыл, где третий. Где еще? Третий где-то внизу. Получилось, прикинь, с первого раза, блин. Прям в последний момент я выстрелил. Прямо в последний момент. Так, прощай, корень, да? Теперь я могу наверх идти сюда. А здесь... Мне главное не пропустить цепь, потому что нужен ключ. Нужен ключ. Просто секрет. Просто секрет. Допустим, ладно. Пойдем искать ключи. Я и тут, видишь, нифига не могу сделать. Так, так, это мы туда сходили, пошли наверх. Мы же для этого и освобождали вот этот вот путь. Здесь, наверное, ключ нет. Ни хрена здесь не ключ. А ради чего тогда? Просто ради сундука. Блин, ну если ради сундука, то такое себе. Мне как бы нахрен этот сундук сейчас не нужен. Сейчас меня совсем другое волнует. Здесь тоже все закрыто. И слабых тут нету, да? Где я что не нашел опять? Какой-то проход должен быть. Так, а ну-ка. Нет, веревка это здесь ни при чем. Это же вообще подъемник, я так думаю, это конечный. Он нас куда-то ведет. Тут слабого нету. Призрак оставил здесь фрагмент своего прошлого. Это вы? Наконец-то готовы говорить со мной.
прошу, отпустите меня, капитан. Что? Что-то такое? Снимите с меня оковы, Пеннингтон. Ты? Да нет. Нет, нет, не может быть. Вы вернетесь и разорвете мои цепи, Пеннингтон. Вам не будет покоя, пока вы не освободите меня. Не знаю, что за существо таится здесь, но присутствие Пеннингтона придает ему силу. Очередной призрак, который использует гнев более слабых теней в своих целях. Корень всего этого – страдания Деборы Камени. Да, и вина жителей Нью-Идена. Так, читаем. Подожди, давай, читаем. Что мы вообще про него знаем? Несколько лет назад капитан Пеннингтон отправил в тюрьму невинную женщину. Ну, это и есть Камения, да, Дебора? Камения. Так, безумная сущность, запертая в глубине рудников, требует у капитана свободы. Кукольница связана с давней жертвой жестокости, проявленной капитаном Пеннингтоном. Про существо мы еще пока нифига не знаем. Тени из рудника хотят отомстить капитану Пеннингтону, да. А про Хелен? Могущественная сущность управляет Хелен с помощью ее любимого мужа. Хелен Прис так и не смирилась со смертью своего мужа Себастьяна. Призрак Себастьяна Приса, пустая оболочка, созданная и управляемая неизвестной сущностью. Блин, все запутано на самом деле. Запутано очень сильно. Найдите сущность, что скрывается в рудниках. Я бы сохранился нафиг. Так, все, пошли обратно нахер, там страшно. Шучу. А как сущность может быть прикована? Вот. Не, ну может это цепи какие-нибудь, конечно, там. Магии, магические цепи. Ну, блин. Капец, как мы далеко зашли. Видишь что-нибудь? Пока нет. Я вас слышу. Пеннингтон? Вы вернулись, капитан? Вы наконец-то освободите меня? А если и так, что будет дальше? Я поползу, полезу, постучу, и капитан наконец получит по заслугам. Вы Дебора, верно? Пеннингтон арестовал вас и заковал в цепи. Сломанная кукла. Ее заперли, позабыли, оставили во тьме. Снимите с нее. Тяжелые цепи. Освободите меня. Если освободим, вы ответите на наши вопросы.
Освободите меня! Куда стрелять? А бесполезно. Бестолку, да. Я убью вас. А потом их. Подожди, я пока не понимаю, куда надо стрелять. Я вижу слабые звенья. Ага. Короче, надо херачить по слабым. Почему? Надо надо успевать. Есть. Да как? Не. Антея! За меня никто не заступился. И за вас никто не заступится. Так долго скована цепью во мраке. Отпусти ее. Так долго, что теперь я боюсь света. Антея! Подожди, так и... Что мне надо сделать? Я пока что ни хрена не понимаю. Меня тут везде зажимают. Я бы с удовольствием сделал бы побыстрее. Долго? Дай мне знак. Сюда. Почти. Офигела. Не успеваю.
Да блин! А как вот от этого уходить? Только не это, Ред! Найди меня. Да блин, опять что ли? Тьма, она пожирает меня. Где искать? Я не знаю, где искать ее теперь. Некогда, блин. Ты видишь, в какой момент ты подошел? Жди тогда. Где ты? Блин, вот это мне не нравится. Thank you. Спасибо. Ага, пожалуйста. Давай, запускай уже. Ёбаный ты, блядь, тупорылый, сука. Да я понимаю, что ты видишь, так ты не приходишь, я что сделал? Get this next time.
Так, жрем бутылку. Блин, в нее попадает. Да ёкарный ты капуша. Да ты что-то слышишь, очень быстро, блин, уходит. Это фигня. Наконец-то, твою мать! Me, давай еще, вон у нее последняя цепь. Свобода. Свобода. Все кончено. Идите с миром. Никакого мира, никакой пощады. Лишь тьма и разложение. Нет, все это нужно остановить. И лишь вам это под силу. Тьма, разложение и безумные слова худшего из людей. Чьи слова? Пеннингтона? Лучшего из людей. Когда невыносимая тишина уподобляется темной ночи, даже едва слышный шепот радует, как рассвет. Дебора. Охрененно. Хватит с меня рудников. Может, пойдем отсюда? Так. Предметы давай смотреть. Блин, мне тоже, слушай, прям хватило этого рудника. Капец, прям по полной программе. Давай смотреть, что у нас есть. У нас же там что-то новое, да, появилось. Удар прикладом мне нафиг не интересен. Урон от выстрела из ружья возрастает на 40% с каждым попаданием из ружья в уязвимое место. Это у меня было ружье. Так, урон от выстрела из ружья в уязвимое место. А нет, ружья нового не дали. Ну и ладно. Мне показалось, ружье новое дали. Давай смотрим. Вот, амулет дали новый точно. Уничтожение врага при помощи изгнания заполняет шкалу духа на 100%. Не хочу. Уничтожение врага Антеи дает очки изгнания. Ну, я Антеи мало уничтожаю, на самом деле.
Пусть пока это стоит, которая стоит. Так, что с браслетами? По-моему, вот это, да, дали. Если Антея уничтожает врага, следующий выстрел из ружья наносит на 80% больше. Не хочу. Прыжок увеличивает уничтожение врага ударом кулака. Тут все уничтожение, уничтожение, уничтожение. Я, короче, пока что не хочу. Пока вот то, что у меня стоит, то пусть и будет. Я просто... Блин, давали же больше чего-то там. Сокращает восстановление манифестации на 30%, но манифестации наносят меньший урон. А, у меня выстрел из ружья. Очки духа использую. Блин, шляпа какая-то. Вроде что-то давали-давали, в итоге, блин. Ладно. Попадание по врагу третьим ударом кулаком восстанавливает очки духа. Слушай, а чё мы у нас вообще как, блин? Попадание в уязвимое место из ружья восстанавливает 7 очков здоровья. Надо вот это брать и улучшать. Наверное, так и сделаем. Так. У нас тут выяснено намерение. Сущность, скрытая в глубине рудников. Кукольница, которая хочет отомстить капитану. Понятно. Ну что, нам надо покинуть... Оковы Деборы. А что за оковы Деборы? Ржавые железные оковы. Эту привязь наполняет сущностью аватар кошмара, воплощающий изоляцию. После уничтожения этого могущественного призрака Антея автоматически насытится его сущностью и станет сильнее. Ну, понятно. Так, ладно, это все ладно. Нам нужен костер. Да, нам нужен костер, но... У нас же нету в подземельях ни карты, ни фига. Что это было? Кукольница. Всех мертвецов, с которыми мы столкнулись, направляет ее боль. Особенно Себастина. Рабочими поступили несправедливо, но в основе всего преступления Пеннингтона по отношению к Деборе. Что будем делать? Пеннингтон бросил Дебору за решетку, несмотря на все ее мольбы. А когда она умерла, забыл о ней. Настоящий мерзавец. А Хелен Прис под влиянием лживого духа. Ей тоже нельзя доверять. Рано или поздно нам придется выбрать чью-то сторону. Я пока не знаю, да. Пока не уверен, чью нам сторону выбрать. Так, там выход. Мне нужен огонь. Вот же огонь. Бы мне хотелось бы улучшить. Ну понятно, настой нужно улучшать. Что у нас за это возьмут? Блин, на крецу бича берут, да вы офигели. Еще крецу бича. Блин, обломок пустоты. Либо мы у ведьмы возьмем. Бу-бу-бу-бу.
Либо у ведьмы. Ну, блин, в пустоту неохота идти. Вот эти нужны мне акреции. Блин, да что я на escape-то нажимаю? Бича, да? Как мне улучшить мое ружье? А, нет, мне тут нужен шлак гнезда. Тогда можно, в принципе, попытаться поулучшаться. Тут что-то все расходуется, расходуется. Тут, блин, нифига такого нету, чтобы улучшить. И без расхода, блин. Шлак гнезда не буду я пока что. Ты понял меня, короче, тратить. А, нам перемещение недоступно. Ну ладно, недоступно так недоступно. Мы-то здесь выберемся тогда, да? Да, потому что у нас открылся этот. Подъемник. Мне кажется, последний босс вот этот вот, который Антею-то убил, как я... Ты понял, призрак этот сильный. Это и будет он, опять же, это... Блин. Дебора. Что с тобой? Напряжение после боя. Скоро пройдет. Дело в Себастине, да? Ты же знаешь, что я не изменилась. Что я не та кукла. Да. Ты уверен? Да, хотя рассудок сомневается, в глубине души я в этом уверен. Ты что исчезла, блин? Я с тобой вообще-то разговариваю. Ну, интересная вот эта вот сюжетная линия идет. Ну, долгая, блин, это третья серия, я уже 40 минут снимаю. По сути, да, на три серии, короче. Раскинули одну миссию, так сказать. Свежий воздух, наконец. Ты хорошо потрудился, юноша. Благодарю, мастер. Нам еще лучше. А мы еще и там какой-то же ключ не нашли, да, по-моему. Здесь все закрыто. Ну ладно. Я так думаю, что мы как раз-таки вот тут вот выйдем. Это измена, отдайте мне оружие. Эллен, не двигаться. Что? Это бунт? Нет, правосудие. О том, в чем мне так долго было отказано. Подожди. Я думал, вас убили в рудниках. Скоро все мы там погибнем. Больше ни слова и не двигайтесь. С безумием, что царило в рудниках, покончено. Чего нельзя сказать об этой комнате? Вы изгнали существо в яме? Точно? Его больше нет? Да, кукольницы больше нет. Осада снята. Не радуйтесь раньше времени. Вы-то по горло в дерьме. Вам еще предстоит ответить за все, что вы сделали. Я не отвечаю перед гражданскими и бунтовщиками.
Но вам придется ответить перед мертвыми. Когда-то, когда женщина в цепях кричала вам, вы не послушали. Вот почему на вас легло проклятие. Признайтесь во всем. От этого зависит ваше будущее и судьба многих других. Я признаю, что у нас нет будущего. Признаю, что я привел нас сюда, чтобы дать последний бой. И мы будем сражаться. В этом я готов признаться. Это правда моя заслуга. Мы погибаем один за другим. И нас обуревает скорбь, охватывает гнев. Но мы остаемся преданными и верными. Все, даже вдовы. Вы боитесь и колеблетесь, пока люди умирают. Солдаты не будут верны трусу. Я не боюсь предначерченного будущего. Жребий брошен. Я не колеблюсь. Я держусь. Я держусь и смотрю, как надвигается буря. Все не так просто. Это давняя вина и давний страх. Капитан, почему вы отправили Себастьяна Пирса в рудники? Я знал, что принятые меры встретят. Штыки. Нужен был умелый командир, чтобы поддерживать порядок, чтобы люди поддержались до выздоровления, продержались до выздоровления. Я выбрал своего лейтенанта, и я ошибся. Он был недостаточно умел. Погибли все. Ваш муж не был героем, миссис Прист. Вы убили его, а теперь пытаетесь очернить его имя? Очередной гвоздь в крышку заслуженного вами гроба, капитан. Послушайте, Хелен, есть кое-что. Рано. Она еще не готова. Мы возвращаемся к вам с ответами. А вы уже успели поднять бунт. Почему сейчас, Хелен? Когда Себастьян вернулся, он был встревожен. Я решила, что вы погибли в рудниках. Значит, вы не справились с задачей. Я не могла больше ждать. Не знаю, виновны вы или нет в том, что произошло в рудниках, Пеннингтон. Но кукольница хотела вашей смерти. Несколько лет назад вы обвинили женщину в ведьмовстве и бросили ее за решетку. Кукольница была из-за этого в ярости. Фэрфакс Хаскилл тоже сыграл роль в убийстве Деборы Камени. И он признал свою ошибку. Настала пора и вам признать свою. Гость остановилась, стала мой черед. Я сейчас... Я расскажу вам все. Вы оклеветали ее, зная, что за этим последует охота на ведьму. Зачем вы это сделали? Я не клеветал, это была чистая правда. Она была источником скверны. Источником зла. Ей доверили учить детей. Кто-то должен был позаботиться о них. Полная чушь, но кажется, он в это верит. Мы все ближе к правде. Дебора не была ведьмой. Добропорядочные и трусливые жители неувиданно покарали ее, чтобы уберечь себя. И вы поступили так же. Вы узнали ее черты в облике кукольницы, правда? Простите, что это за кукольница? Это существо в рудниках, верно? И вы знали о нем давно? Как давно вы узнали о нем? Тем, что ведомо мне и неизвестно вам, можно заполнить бла-бла-бла. Хелен сбилась с пути, и пока она находится под тлетворным влиянием Себастьяна, это не исправить. Пеннингтон немного лучше. Ты что думаешь? Да я хрен его, блин, знаю. Тут сейчас такой выбор. Эта дура, блин, под влиянием призрака. Но мы можем это исправить. А Пеннингтон не под влиянием никого, сам по себе такой. Не очень хороший. Давай будем смещать капитана. Я верю в Хелен Трис. Покиньте пост, капитан. Возможно, тогда вы наконец начнете искупать свою вину. Делайте, что должны, и принимайте последствия.
Бросьте жребий. Так и сделаю. Не, ну убивать, блин, я не знаю, бля. Я вообще всех грохаю, кто, короче... Подожди. А, мы, если мы его пощадим, тогда мы его не сместим, правильно? Давай, я не... Он сволочь. Ну, как по мне. Вы оказались недостойны, капитан. Недостойны зваться офицером. Из-за вас на жителей Ньюида налегло проклятие. Нет. Форту нужен глава, чьи руки не запятнаны кровью. Позвольте мне. Я вынесу приговор, который он заслужил. Жизнь живым. Смерть мертвецам. Когда можно сказать, что человек повидал и сделал слишком много? Когда он был солдатом, лидером, отцом? Долой тиранию. Справедливость торжествует. Нам много предстоит добиться, чтобы выжить. И погибать мы не собираемся. Если кто-то спросит, капитана Пеннингтона судили и казнили за его преступления. Мы сделали то, что должны были, то, что должны были. Вам решать, как рассказывать об этом. Так нам и Хелен надо тоже избавлять от призрака-то. Похоже, проклятие кошмара здесь не то. Или снят. Дело сделано. Отдохните в убежище. Пойдем. Пойдем отдохнуть. Давай карту глянем. Нифига не появилось тут новых этих. Дело присутствий, да? Нет, не появилось. Хорошо, хорошо. Пойдем, пойдем отдыхать. Не знаешь, куда идти? Иди отдыхай в убежище. Сейчас 100% придет кто-нибудь. Так, слияние. Опа, у меня что-то открылось. Слившись воедино, антенна и Ред наносят врагам повышенный урон в течение короткого времени. Это позволяет им разрывать даже самую крепкую призрачную паутину. В бою Антея может усилить навыки Реда и повысить наносимый им изгоняющий урон. Манифестация слияния разблокирована после насыщения сущностью, наполнившей привязь одного из аватаров кошмара. Так, и у меня есть, что у меня есть? У меня есть 3 таких очка и 3 таких, поэтому... Увеличивает получаемые очки здоровья на 15, увеличивает получаемые очки духа на 15. Блин, но урон возрастает.
Вот это откроем. Изгнание сопровождается уроном по области рядом с целью. Мы не так часто, конечно, им пользуемся. Но все-таки. Во время слияния удар кулаком расходует на 50% меньше очков духа. Ну вот я не знаю, как, а как мне, блин, потом переключаться? Там мне же не показали это. При уничтожении врага, пойманного в силки, все враги вокруг также оказываются под действием силков. Ну, блин. Дает один дополнительный снаряд силков. В принципе, тоже уничтожение врага НТ и восстанавливает 5 очков. Вот это давай мы возьмем. Уничтожение врагов во время слияния восстанавливает 20% максимального числа очков здоровья Реда. Попадание по врагу выстрелом из ружья увеличивает урон от следующей мощной атаки на 30. Уничтожение врага усиленной мощной атакой заполняет шкалу изгнания на 15. Блин, давай возьмем... Уничтожение врага манифестацией уменьшает урон от следующей атаки врага на 90. Если Антея наносит урон врагу, восстановление манифестации сокращается на 1 секунду. Так это мало. Давай тогда вот это мы возьмем. Четвертый удар кулаком увеличивает урон от следующей манифестации. Нафиг. Тут у нас время восстановления прыжка. Уменьшает получаемый урон на 15, но время восстановления манифестации возрастает на 30%. Изгнание врага заполняет. А, тут еще, короче, будет, в общем-то, короче, шкала, получается, заполнение появится. Урон Антея увеличивается на 15% за каждую манифестацию, которая восстанавливается. Ну, давай. Так, известно, что при попадании в уязвимое место из ружья Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов и сбивающий цель с ног. О, блин, а вот это прикольно. Возьмем. Вот как-то так. Что теперь? Что сказала Сиридиен при нашей первой встрече? Когда мы ослаблим влияние кошмара, сможем попасть в его логово через пустоту. Хватка Дебора уже ослабла. Мы вернемся на остров Сиридиен, оттуда через разрыв пустоты сможем попасть в Нью-Иден. Так просто? Ну да. Тебя что-то смущает? Мы не слишком торопимся. Мы уже потеряли много времени, нам нужно одолеть кошмар. Ты не забыл? Иногда я ненавижу этот мир. Еще одна свободная женщина. Умная, чуткая, добрая. Убитая трусливым сбродом, неспособным признать собственную посредственность. Трусы, которые прячутся за ложной добродетели. И все ради чего? Они даже и имя не хотят признавать. Почему? Почему она? Они не умеют иначе. Ими движет лишь страх, и они ненавидят то, чего не понимают. Особенно если речь идет о женщине. Как бы то ни было, сейчас мы это не узнаем. Напрасно гибель женщины, это не важно? Я не это имел в виду, но она мертва. Все, что мы можем, это помочь ей обрести покой. Может, она не хочет покоя? Когда я покинула Кубу, со мной могло случиться что угодно. Я была умна, свободна, талантлива. Хотя я и говорила не на том языке, была не того пола и не того цвета. Я бросала вызов жизни, я ждала от мира гораздо большего. Я была самонадеяна. Считала, что мне никто не нужен, вместо того, чтобы слушать мать. Опытную курандеру. Слушала свою сестру. Твою подругу детства? Расскажешь подробнее? Мне было мало того, что есть. Я хотела больше. Нашим даром это опасно.
Со мной могло случиться что угодно. Но не случилось. Тебе пришлось тяжело, и мне тоже. Может, нам стоит думать о том, какой путь мы прошли вместе, и не падать духом? Я мертва, Раури. Я мертва, и скоро уйду навсегда. Думаешь, я не знаю? Значит, веди себя соответствующе. Да я тебе не враг. Ох уж эти женские капризы, она даже мертвая капризничает. Слушай, все это, нам пришлось нелегко. Мы оба очень устали. Я-то уж точно. Я не устаю. Знаю. Я знаю, как тяжело тебе пришлось. Нет, не знаешь. Даже представить не можешь. Я постараюсь понять, если ты мне позволишь. Мы не должны терять веру. Посмотри, чего мы достигли. Мы доберемся до цели. Замолчи, Ред, молчи. Ты. Какая разница, что мы преодолели? Чего мы достигли, какой путь прошли? Посмотри лучше на меня. Мне ненавистно то, чем я стал. Ты разве не видишь? Я пытался помочь. Прости. Хватит извиняться. Good night. Спокойной ночи. Антея. Я отправился вместе с тобой. Это не смешно. Придется идти до дурацкого острова самому. Да, эти женские, блин, капризы. Ладно, найдите Антею. Давай на этом, короче, закончим серию. По сути, аналогичной получилось. Мы тут еще и босса грохнули. Вот. Сегодня продолжу играть, у меня есть вроде как время, пока никаких планов на день нет, блин, они могут появиться. Это не исключено. Но пока что вот как бы сейчас заканчиваем серию, через часик-два я, наверное, еще серию засниму. Вот, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.